Это мой туннель. Я его уже долго прокладываю. Но еще ни разу не нашел нормальной катакомбы. Продвигайся вперед, я возьму факелы. Стив, ты должен это видеть. Смотри, вон там алмазы. О, да. Беги! А, нет! Вау, ну ты даешь. Прямо факелом в лицо. Да, не видел, как он подошел. Ладно, продолжим. Алмазы нам очень нужны. Но там слишком много монстров. Я не пойду туда без оружия и брони. Ага. У тебя есть что-нибудь дома? Мой меч сломался, но у меня есть очень старая потресканная броня. Всего одна. Но мне кажется, у меня достаточно материала, чтобы сделать еще. Ну тогда поехали. Вот твоя. О, смотри, что нашел. Кожаный шлем. Бери его, он твой. Бери и неси на верстак. Кирка. Металл. Скальпель. Что? Да я шучу, все готово. Бери меч и пойдем. Что за... Сейчас я ее убью. Стой, не надо. Почему это? У нас в деревне мы ездили на свиньях, как на лошадях. Возьми седло и вперед. Никогда об этом не слышал. Ну ладно, раз она тебе так важна, сам неси ее в дом. Иди ко мне, милая свинка. Ну давай уже скорее. Предлагаю напасть на них, пока они нас не заметили. Но как? Резко. Прыгнем в воду и убьем их. Неплохо, но я боюсь. Да ты успокойся. У нас мечи и броня. Все в порядке. Я прыгну первым. Окей. Что ты делаешь? У нас в народе есть свой бог. Ночь. Он принесет нам удачу. Хорошо. Как молиться-то? Ладно. О, великий ночь, помоги нам. Хорошо, я готов. Я тоже. И я пошел.